Одним из основополагающих факторов, изменившим средневековое представление о войне, является огнестрельное оружие, особенно ручное. Одним из первых подобных вооружений стала аркебуза. Аркебуза представляла собой гладкоствольное фитильное дульнозарядное ружье. Кто конкретно ее изобрел, нам неизвестно. Некоторые источники приписывают первое ее применение в бою армии венгерского короля Матьяша Корвина. Чтобы скомпенсировать низкую скорострельность, стрелки выстраивались в несколько шеренг, что позволяло вести практически непрерывный огонь по неприятелю. В первой четверти 16 века появились мушкеты – более тяжелое стрелковое оружие крупного калибра, обладающее большей пробивной силой. К началу 17 века он практически повсеместно вытеснил аркебузу. Подписывайся на Лето Средневековья, нам еще есть что рассказать.